Так, ладно, пошли посмотрим айсберг с этим, с Иваном Золом. Мне интересно. Опа, не понял. Привет, мои золики. С вами самый популярный и узнаваемый лесной мальчик, Ячмень. С Иваном Золом связано очень много юмористического так. контента и подобное. Вот вам айсберг с ним. Поверхность айсберга. Так. Настоящее имя Шамиля – это Иван Золочевский. Родился он в Москве 18 ноября в 2004 году. Он меня младше. По знаку зодиака он скорпион. Ладно, еще увеличу скорость. Восточный гороскоп обезьяна. Больше у его отца не вставал, поэтому он единственный ребенок в семье. Как говорил сам Шамиль, в школе он... О, Шамиль? Это класс Ивана Зола. Ну, что-то как будто здесь какие-то все необычные, да? Ну, как сказать, ну... Слабо верится. Также он занимался стрельбой из лука и делал упражнения, чтобы поддерживать форму. Рост у Дамира 172... Какой Дамир? ...метра. 172? А, ну, я как узнал, я думал, он выше. И весит он 52 литра. Свою скучную и нудную жизнь он решил круто изменить, завести TikTok-аккаунт. Он очень быстро набрал свою популярность из-за его эластичности в танцах. И из-за того, что он фрик. Большая популярность. Большую часть своей популярности он получил благодаря TikTok-блогеру Никоглаю, который издевался над ним на стримах и из этого делали нарезки. Это мы знаем. Коля, не ешь меня! Коля! Да что? Это что, помидорка говорит? Да, Коля, это я! Ок, Ваня, у меня помидорка разговаривает, ты где? Я здесь. Ваня, ты где? Самые популярные мемы. Популярный мем с Иван Золо это слабо. Не долго с вами телеграмме. 116 IQ и так далее. Дальше мне стало лень искать. Потеря фейма. Шамиль потерял фейма благодаря своим родителям. Шамиль. В большей мере из-за Сергея. Так зовут его отца. Он запретил вести стримы с Никоглаем, потому что Колян перестал платить много денег. И потому что нюхал неизвестное содержимое. Оля, а ты не можешь ругаться на него в эфире? Я же не ругаюсь никогда. Не обзывать, не ругаться, ни мат не произносить. Ты это можешь делать в эфире? Я могу, не произносить. Вот и не делай, вот и не делай, пожалуйста. А адекватно? А сам, блядь, а сам-то чё на... Говаривай с ним, всё. Я вам уже говорил на этот счет, что я же с ним прикалываюсь, шутку. Что Бабучир делал в нелегкое время? Он продолжил снимать свои крутые тиктоки, которые набирали все меньше и меньше просмотров, и хотел уже уйти на завод. Возвращение Фейма 1. Золик принял участие в ютуб-шоу канала Асхаб Тамаев со своим отцом, который сказал, что его сыночек не слабоумный и у него нет аутизма. Там он рассказал интересную информацию о себе и что он не умеет свои 17 лет. В общем, он просто денежный мешок для своих родителей, но он сам этого не понимает. Возвращение Фейма 2. Дальше Шома начал коллабиться с Данилом Степановым. Вот это, Медику. Это они сильно. Они попиздились по-мужски, и дальше о Золике все забыли. Возвращение Фейма 3. Ивана Зола подхватила известная актриса Света Солар. Актриса, блядь? Которая хайпилась на том, что они занимались любовью с Иваном Золо. И она делала различные приколы с ним. Также они записали не трек «Бонус Байк». Со мной ёлка и ничего не парит. Эти холмократы. Они меня знают, эй, посмотри. На моих трусах трусы, а на них еще трусы. Да я делал трусы. Какая? Все фетиши Иван Золо. Смешные мемы с Ваньком. Он пошел на интервью к солевому паштехнике, где и появились большинство мемов. Ну, сейчас вопрос правильно задать. Да просто, много подруг? Да. Правда. Я не понял. Ты девственник? Нет. Правда. Ты свою пипирочку сувал? Вообще сидит, блядь. Вставлял в пизду? Нет. Нет. Возвращение финальное. Популярный стример Каша, про которого у меня также есть хуйные ролики на канале, вернул и приумножил фейм Шамиля Зола. Он обозвал его слабоумным, а тот угрожал отпи***ть его битой. Володя продолжил булить Ивана Зола, что приносило все больше популярность к нему. Но он этого не понимает. Вот, кстати, я одного не понимаю. Вот у Каши... Он же говорит то, что он не хочет, типа, больших онлайнов, хайпа и всего такого, да? Я что-то такое слышал, типа, то, что он говорит то, что, ну, ему такой фейм не нужен, заебало это все и все остальное. Такое было? Такое он говорил вроде, да? На одном из стримов Каша пригласил Иван Золо, который вышел сразу после прихода Тинибани. А, подожди, так я что спрашивал-то? Вот Каша говорил, да, то, что ему не хочется больше ни фейма, ничего такого, и хочет, чтобы у него было 5000 онлайнов. Говорил такое? Вот, если он такое говорил, тогда... А он стримит с Никоглаем, вот и со всеми вот этими подобными. Вот зачем? Стрим превратился в политические дебаты. Нынешнее время.
нынешнее время. Иван коллабится с Бадабумом, который также искренне угорает над ним и получает долю фейма. Вместе они делают такую хуйню, например, дис на кашу, разоблачение. Иван Золо никак не может понять, что он получает фейм с каши и пытается как-то его законтрить. Убийство на 2023. Убийство? Иван Золо в ТикТок, чтобы посмеяться, и закинул ему в ухо листовку. Тот же очень сильно ударил своего фаната, на... который в конечном итоге умер. Из-за потери крови, ударившись висками об асфальт. Это дело замели, так как Сергей, отец Шамиля, подкупил судью конфетами со своего завода. Реклама в Телеграме. Он 40 лет рекламировал казино и всякий скан в своем теле, что заметила Екатерина Мизулина. Теперь он начал носить футболку с ней и вести себя якобы хорошо. Грустный конец Иван Золо. В конечном итоге Иван Золо посадили, потому что он взорвал 6 заводов конфет, на которые претендовал его отец. В нынешнее время готовится покушение от стороны Сергея на своего сына. В дальнейшем должно случиться. Хоть я и за террористов был, но я все равно на светлой стороне. Победим. Всем спасибо за просмотр. Я очень надеюсь, что недалеко 2004 меня заметит и будет угрожать мне бейсбол. Понятно, блин.